В Североказахстанской области уничтожат более 4000 голов домашней птицы, которую сельчане считают здоровой, а ветеринары – опасной. Изымать всю живность решили пока только в селе Якорь и в двух микрорайонах поселка Бесколь. В этих населенных пунктах расположены крупные птицефабрики, на одной из которых из-за вспышки птичьего гриппа пришлось полностью сжечь поголовье. Репортаж Нургуль Ахметовой. Лучше бы я сама их зарубила и съела. Они здоровые. У пенсионерки из села Бесколь Елизаветы Степановны в сарае только куры. 11 голов. Из-за птичьего гриппа их придется уничтожить. Хозяева расстроены до слез. Конечно, до слез. У меня аж давление поднялось. Это наша живность, это мы пошли и два яичка взяли, скушали. А сейчас их вообще ничего не будет. В 70 дворах поселка Бесколь решено изъять и уничтожить около 2500 пернатых. И неважно, больная это птица или нет. Однако не все владельцы подворий согласны с таким решением. Ну-ка давайте, я ее перерублю сегодня. Завтра придете и посмотрите. В этот двор специалисты эпизоотического отряда смогли попасть только вместе с участковыми. Отдавать индоуток на уничтожение хозяева не хотели. Мы растили для... думали, какие-то цели у нас были. Чтобы зарубить или зарезать. А сейчас уничтожили, что? Потом за этими деньгами ходить? Больше проходишь этих денег, чем получишь. Ветеринары говорят, если владельцы подворья будут прятать свою птицу от эпидотряда, им может грозить штраф свыше 50 тысяч тенге. Ущерб же сельчанам возместят. По курам яичных пород 944 тенге. По курам мясных пород 1346 тенге, индюки 7614 тенге, гуси 5321 тенге и утки 2744 тенге. По этим среднерыночным ценам будет оцениваться возмещение ущерба. Конечно, никто не хочет отдавать свою птицу, но согласно правил по борьбе с высокопатогенным гриппом птиц, необходимо изъять всю птицу, которая подлежит уничтожению. Аналогичную работу по изъятию всей домашней птицы проведут и в селе Якорь. На подмогу даже прибыл восточно-казахстанский эпидотряд. В целом из-за вспышки птичьего гриппа в частных подворьях региона уже погибли свыше 16 тысяч пернатых. И еще около 4 тысяч голов уничтожат в ближайшие дни. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Хабар-24, Североказахстанская область.